Привет, дорогие друзья! И нет, это видео не про слайм, поэтому слайм мы должны убрать. Вот и все. Сегодня у нас видео про бумажные сюрпризы. Да, это уже вторая серия. Сейчас я вам покажу, какие у нас сюрпризы в этот раз. То есть я те сюрпризы сама все распаковала, просто вот, и показывать их не буду. Теперь у нас есть новые бумажные сюрпризы. Сейчас вы будете их смотреть. Пока вы наслаждаетесь моментом. Так. Я вот так буду выставлять. Нет, у нас не две. У нас их вроде бы больше, да. Точно не помню сколько, но вы мне пишите идеи. В комментариях. Какие мне еще сделать? Так, да. Тут сюда, да. Сюда. Читайте. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И не говорите, почему у меня вот так все разбросано. Мне кажется, да, остались только такие. Итак, сегодня мы будем выбирать эмодзи. Страны. И половинки сердечек. Но почему вы мне скажете то, что нету вкладышей? Обычно я делаю всегда. Объясню. У меня появился каталог. То есть здесь я зачеркнула все. Вот. Это все смайлики. Это еще неизвестные смайлики, они еще не вышли. Но вот этот смайлик, вот этот, еще раз повторюсь. Сейчас. Вот этот смайлик, блин. Вот он, вот этот черненький. Он просто нам его не напечатали. То есть он будет только в другой серии. Да. То есть тут должны были написать вторая серия. Так, следующие это у нас страны. Мы их будем приклеивать, кстати. И половина сердечек. Также я взяла с собой сегодня два фломастера. Это зелененький и бирюзовый. Вот такие вот. И давайте, пожалуй, мы начнем. Поэтому я еще раз бумажные сюрпризы в кадр. Вот, это страны. Смотрите, сколько у нас эмоджи его. Много очень. И половина сердечек. Кстати, их очень мало. Странно. Давайте-ка мы выберем. Одну страну. Посмотрите, тут есть вот такой вот с знаком. Видите, вот такая страна с хэштегом. С тремя сердечками, еще с полосочками и еще с тремя сердечками. Я думаю, мы выберем с тремя сердечками. Но вот только какую? У нас же тут их две. Сейчас, вот, посмотрите, две у нас их. Поэтому ехал лучше. Этот у меня выпал. Поэтому этот мы выбираем, а эти мы убираем. Так, следующее это эмоджи. Мы их будем брать два. Так, давайте выберем вот такую вот. Нет. Тут у нас разные цвета. Давайте выберем вот такую вот. И, допустим, вот такую вот. Все, вот. Эмоджи выбрали тоже. Так. Сейчас. А остальные эмоджи мы убираем. Так, теперь половину сердечка мы выбираем одну. Давайте вот эту верхнюю, которая была. Она странная очень. Я знаю. Извиняюсь, как я рисую. Я не умею рисовать, честно. Вот. Я не умею рисовать. И следующий дубль. Итак, давайте мы их уже будем распаковывать. Итак, давайте первое мы распакуем. Это будет эмоджи. И что мне понравилось в них, это то, что у них вот тут вот запаковано сейчас. Скотчем.
Вот, видите, скотч, то есть вот здесь вот. И его нельзя просто в магазин взять и оторвать. Что очень даже мне понравилось. Давайте мы его распакуем, точнее, вот так. Или вот так. Ну, вот так он. Давайте мы его с вами распакуем. Вот так. Распакуем мы его с вами. Тут у нас есть трафаретная линия, но все равно нужно от скотча избавиться. Ну, то есть мы его просто так порвем. О, о! А, я смайлик порвала! Ну, ничего, у нас же есть благодарный скотч. Причем я этот смайлик уже второй раз рву. Итак, ребята, я починила смайлик, и это у нас вот такой вот смайлик. Он даже испугался, когда его отрезала походу, это совпадение какое-то. Итак, берем наш, типа, вкладыш, вот эмоджи. Что-то, мне кажется, что-то... Вот так что... В общем, мне нужно еще немножко переехать, поэтому подождите немножко. Ребята, извиняюсь, что так не было долго видео. Но мы ищем вот этот смайлик, то есть он. Я беру фломастер, и его я тоже подчеркиваю, точнее. Вот. Так, что-то я неправильно вам показала его. Сейчас поближе. Вот он. Вот такое вот. Я научилась делать, чтобы ракурс был только на одно место. Так, ну что, скажите же, то, что похоже. Только здесь он какой-то радостный, а здесь какой-то удивленный. Да, поэтому я его потом вот сюда приклею на него, вот на этот вот. Даже не попозже, а прям сейчас. И сейчас мы будем клеить его для того, как сказать. Все, пускай клеится. У меня тут даже клей вылез. Ой-ой-ой, ужас какой. Все, мы собираем коллекцию. У нас ведь еще одни смайлики, да, я слышала, есть? Ну, конечно. Так, давайте вот эмоджи. Главное сейчас не разойтись. Давайте-ка я вот ножнички возьму и отрежу этот скотч. Кстати, он хорошо идет, знаете? Да, что-то я не могу. А, вот. Стоп. А, вон он. Это только не смайлик почему-то. Это вот такая звездочка. Давайте-ка мы в комментариях напишем такие смайлики. Ну, кто сможет. Кто не сможет, то извините. Ой. Это у нас звездочка, звездочка, звездочка. А, вот же она, звездочка. Ребят, давайте мы напишем вот такой вот смайлик. И вот такой вот. Сейчас я приклею это. Только давайте рядышком. Не, я рядышком захотела. И так, клеим. Вот так вот. Все, мы закрываем эту... Точнее, подождите-ка, у меня тут клей не засох. Давайте-ка мы ему поможем засохнуть. Поставим лайк и подпишемся на канал. И у вас есть всего лишь 5 секунд. 3... 2, 1, и он не засох, походу, не все подписались. Давайте, пока у нас пауза, вы все подпишитесь. Давайте, подписывайтесь. Уже полчаса прошло, да, ты до сих пор не подписался. Подписывайся. Давай мы еще до вечера будем ждать. Подписывайся, живо. Он не засох. Он вообще сейчас пропал. Ну ты что, вообще что ли дизлайк поставил? Ой-ой-ой-ой. Ставь лайк и подписывайся. Подписывайся. Я вижу, ты подписался. Звездочка блестит, а вокруг нее ничего не блестит. Посмотрим. Ай. Вот видите? О-о. Только звездочка блестит. Поэтому мы продолжаем дальше. Итак, мы закрываем. Это и мы, давайте, какой выберем. Половина сердечка или стран? Давайте половина сердечка. Тут можно вот так отлепить это. О! Так, а как вот только сейчас обрезать-то, чтобы не порезать? А то я не знаю просто.
Ну, давайте тогда вот тут тихонечко по краешку пройдемся. Очень тихонечко. Здесь я там ничего не порезала. Фу, слава богу. Я ничего не проеду. Ребята, 11 числа до 19 видео не будет. Почему? Мы уезжаем с дедушкой в Крым. Да. Поэтому все. Вот достала первую половинку. Там их несколько, кстати. Она вот такая голубенькая. Сейчас мы еще посмотрим, под каким она номером. Так, их там очень много, ребята. Вот, они все. Вау, слушайте. Их очень много. Такой. Даже белый какой-то. Еще там. Целых 4 штуки. 5 штук. А, нет, 4. Это мы. Ой. Сейчас. Это мы. Все, это мы смотрим. Итак, давайте пройдемся по каждой вот этой вот, как бы, как это сказать, сердечку половинки. Так, давайте вот. Сейчас настроим. Это белое сердечко. На нем вот такие апельсиновые, как бы, как сказать, апельсиновым маркером или фломастером нарисованы точечки. Это голубой половина сердечка, и на нем желтые или зеленые точечки. Это белая половинка сердечка, на котором нарисованы сердечки. Странно. Это белое сердечко. Так, давайте, у нас тут есть циферки. Мы возьмем вот это вот наш. Вот половинки сердечек. Давайте-ка. Мы найдем, кто под каким номером, и приклеим. Итак, первый, это у нас четвертый. Мы его приклеиваем на эту сторону. Все приклеилось. Да, приклеилось, ребята. Сейчас я еще немножко его подклею за кадром. Следующее. Так. Это у нас 12-я долечка, половина сердечка. И мы его приклеим вот сюда вот. Конечно, не ровненько, но все равно красиво. Следующая половинка сердечка. Это пятая. Вы не видите, но я вижу. Мы клеим это. Вот. А! Вот. Вот сюда, да, все правильно. Сейчас подклею. Так, следующая половинка, это у нас восьмая, вот. Это у нас половинка какая? Это у нас вот эта половинка. Подождите. А, я неправильно. Итак, ребят, я все наклеила. Давайте же открывать последнее. Это у нас странный. Все, давайте открывать. Вот такая сторона, сзади ничего нету. Главное не порезать, главное не порезать, главное не порезать, главное не порезать. Умоляю, не порежься. Я еще не открывала, нет, ребята. Надеюсь, я не порежу. Что-то я не доверяю вот этим пунктирным линиям, поэтому я отрежу, но так вот с краешку. Потому что боюсь отрезать страну. Ну, не отрезалась, отлично. Потом придется пылесосить сидеть. Вон оно. Ай, ты что, я боялась? О, это что, это странно, вы уверены? А, там. Чего себе, сколько там стран сразу же. Итак, давайте по порядку. Вы будете мне писать, какие же эти страны. Это страны. Первое, это у нас вот такая вот страна. Интересно, что же. Подождите. 15-е. Это вот так вот получается.
Вот, вот это вот что же такая страна? Страна, напишите мне в комментариях. Кто напишет, тот получит от меня пиар. Следующая страна. Интересно, а это что за страна? 13. Это вот так вот. Интересно, а это что за страна? Пишите в комментариях, тот получит пиар. Так, следующая. Я, конечно же, знаю, по-моему, как это. Это, по-моему, вот так вот. И это что за страна, ребят? Это тоже что за страна? Я, конечно же, все знаю. Там. Ой, извините, мне звонят. Продолжаем, ребят. Тот получит пиар, кто напишет в комментариях все вот эти вот... Ну, кто напишет правильно все вот эти вот страны. А кто только одну правильно, тот не получит, даже если две. Нужно все сразу страны правильно. Да, поэтому это мы сейчас быстренько приклеим. Ну, клей вообще сдурел. Так, открываем нашу коллекционерную страны, вот они. Так, можно, пожалуйста, подвинуть сюда? Блин, эта страна. Так, нам попался первый, это номер 15, вот. 15 это у нас Д. Вот он самый последний. Итак, номер 15 отправляется на свое почетное место. Вот, пожалуйста, следующий это у нас номер 8. Следующий это у нас номер 8, как я уже сказала. Подождите. Итак, следующая страна. Это у нас 13-я. То есть, это мы вот оповалять. Это у нас, короче, вот это 13. Оп. Не ровно, ну ладно. И, ребят, и на этом видео наше подходит к концу. Ставьте лайки. Теперь у меня будет 2 видео в день выходить. Ну, возможно, 2. Сейчас я буду еще одно снимать и выкладывать. И, в общем... Это тоже будет, походу, про бумажный сюрприз, если это не распаковка слайма. В общем, всем удачи и всем пока-пока-пока.